Цены на продукты повышаться не будут. По поручению президента Республики Казахстан в области создан штаб оперативного реагирования, который возглавил аким области Гали Искалиев. Цель штаба – работа по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары. В состав структуры вошли представители всех управлений, территориальных и госорганов. Основная задача штаба – составление конкретного антикризисного плана, где пошагово будут расписаны мероприятия на весь год. В первую очередь Мухтар Манкеев сообщил, что все плановые социальные выплаты будут осуществляться в обязательном порядке и 100%. Кроме того, уровень цен на продукты первой необходимости будет сдерживаться на постоянной основе. На данный момент в стабилизационном фонде области имеется товар на 300 миллионов тенге. Сегодня в стабфонде у нас будет еще новый закуп. Будем смотреть из тех товаров, которые, возможно, подскочат в будущем. В комиссию под стабфонд у нас входят как предприниматели, так и независимые общественные деятели. И все вместе мы после мониторинга смотрим, какие товарные позиции мы должны закупать. И резервы, и баланс, он у нас положительный. То есть никаких предпосылок к тому, что будут дефицит по товарам, будет большой скачок цен, инфляция будет расти, у нас по области не ожидается. Список социально значимых продовольственных товаров состоит из 19 наименований. На сегодня, по словам первого заместителя акима области, порядка 20 магазинов в Уральске реализуют товар, представленный стабфондом по сниженной цене. Есть договоренность с магазинами сети «Алтындар». Хочу попросить население. У нас есть служба 109. Это с любых телефонов вы можете бесплатно позвонить. Если вы видите, где идет большой скачок по ценам, пожалуйста, сообщайте. Мы непосредственно будем реагировать, смотреть. На сегодняшний день, еще раз скажу, никаких предпосылок для того, чтобы цены сегодня наши магазины взрастили, нету. Поэтому мы вас просим, посмотрите, сообщайте. Мы вместе с вами хотим это все сегодня мониторить и предпринимать какие-то меры. Второе, мы сегодня живем уже в современном цифровом мире, у всех есть смартфоны. Вы знаете, у нас есть мобильное приложение Smart Уральск. Туда скоро будет добавлено отдельной вкладкой, это Price Scanner, то есть сканирование цен. Кто не хочет звонить, просто вы можете фотографировать, автоматически в нашу базу попадает, и мы уже дальше будем тоже предпринимать меры. Следить за ценами в Уральске будут и волонтеры. Подобная работа ведется и в районах области. Алмагуль Джимпейсова, Айбек Сагангалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.